Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Тема сегодняшнего видео – почему у пеларгонии желтеют листья. Это очень частая проблема, с которой сталкиваются цветоводы. И вполне естественно, что многие очень боятся вот этих пожелтевших листиков. Впадают в панику, начинают искать информацию, поливать, опрыскивать растения, чем нужно и чем не нужно. И этим самым не лечат растения, а калечат. Значит, на самом деле вот это пожелтение листьев — это не такая уж большая проблема, с этим можно бороться, и этого не нужно бояться. На своем опыте, а я выращиваю пеларгонию уже давно, раньше, чем фиалки, наверное, всю жизнь у меня это пеларгония. В общем-то, на своем опыте я скажу, что причина пожелтения листьев, ну, я бы назвала всего три причины. Первая причина – это вредители. Пеларгонию нашу, герань, очень любит белокрылка и тля. Ну, тля в квартире, в доме, она чаще всего не появляется, а вот белокрылка бывает, и бывает частенько. Как она выглядит на растении? Значит, у растения, у пеларгонии, будут вот так вот подкручиваться листики. Естественно, они будут по краям подсыхать, потому что вот эти вредители, они питаются соком растения. И листики становятся обезвоженными, они, в общем-то, тускнеют, скручиваются и так далее и тому подобное. На обратной стороне листика, если это тля, будут такие зелененькие ползающие насекомые. Белокрылка, в принципе, тоже заметна. Она будет летать, вы ее увидите. Вот. Как с этим бороться? Я раньше использовала препараты Актара, разводила, опрыскивала по листу, проливала. Ну и помимо Актары, Фитовирм, там Актофит, много чего я использовала, но уже 2 года я пользуюсь такими палочками, у нас они называются Искра. В этих палочках в составе присутствует та же Актара и еще какой-то препарат. Ну, то есть использовать эти палочки очень просто, достаточно вставить там, по-моему, на 200-граммовый горшочек идет 1 стрелка. Ну вот стрелочку эту вставляешь в горшочек, и все. Никакой белокрылки, никакой тли не будет. И плюс еще вот этих палочек, они действуют, по-моему, около месяца. Ну, обычно я вот осенью заношу, когда пеларгонию домой, я вот эти палочки использую. Ну и вот весной, наверное, не весной, а в феврале месяце я для профилактики тоже вставляла эти палочки в горшочки. И, в общем-то, вредителей у меня нет. А обработка, ну, во-первых, по листу, да, там проливать, это не то, что сложно, это более трудоемкий процесс. Растение нужно достать, обработать по листу, высушить где-то, обратно поставить. Часто очень препараты у нас, особенно вот Актара, попадаются подделка, она не работает. То есть вы можете травить растение 2-3 раза, а результата у вас не будет. Это белокрылка, тля, она будет появляться вновь и вновь. Вот пока что вот эти палочки, мне кажется, это самое простое, самое эффективное средство от вредителей. Так, с первой причиной мы с вами, надеюсь, разобрались. Значит, вторая причина, почему у пеларгонии желтеют листья. Смотрим, да? Вот этот вот кустик, вот 2 желтых листочка. Вот это естественный процесс старения листовой пластины. Растение молодое, вот, но это был черенок, который я в феврале месяце сделала обрезочку. То есть зимой я укореняла череночек, он укоренился, так как был недостаток света, черенок этот вытянулся. Как только я увидела, что молодой отросток
появился вот здесь, вот второй, да, я сразу сделала прищипочку. И вот этот молодой отросток питался за счет вот этих вот двух больших листиков. Поэтому эти листья, так скажем, состарились и перестали функционировать. То есть вот это естественный процесс. Вот эти листья просто мы удаляем. Растение пересаживаем, потому что сейчас весна, ему уже вот этому черенку места мало, вот в таком маленьком объеме горшочка, то есть нужно уже горшочек побольше. Вот этот листик, в принципе, если сильно вам мешает, его тоже можно удалить, но лучше всего не трогать. Удалиться он сам засохнет. А пока еще его можно оставить, чтобы он питал наш будущий молодой кустик. То есть понятно, да, что вот это не страшно. Самые плохие листья убираются, растение пересаживается, и все в порядке, все хорошо. Так, еще вам хочу показать вот такой вот вариант, да. Здесь что мы видим? Я надеюсь, вам видно. Вот эти нижние листочки, они хорошенькие, зелененькие, а вот верхняя часть кустика, да, верхушечка, видно, что листочки начинают желтеть. Вот это говорит о голодании, дисбаланс питания идет. Что делать в этом случае? Если у вас взрослое растение, и вы видите вот такую вот проблему, то, в принципе, можно сделать подкормочку одним обычным универсальным удобрением. Удобрение может быть для роз, для кактусов, неважно. Самое главное, чтобы оно было универсальное. В общем-то, делаем подкормку, и чаще всего растение восстанавливается. Если же вы давно не пересаживали свой взрослый кустик, то я бы советовала не пользоваться удобрениями, а просто сделать пересадочку в свежий грунт. После пересадки вот эта проблема вся уходит. Я тоже буду вот этому череночку делать пересадку, потому что это тоже зимний еще черенок. Видите, он немножко как бы подвытянутый, уже собрался цвести. В общем-то, я удобрять не буду, я просто сделаю пересадку. Добавлю объем горшка, освежу грунт, и вот эти листики через 2 недели после пересадки уже будут зеленые и сочные. То есть это тоже, в принципе, не проблема. Так, что-то у меня камера плохо сегодня фокусируется. Так, ну вот здесь, в принципе... Так, вот здесь, в принципе, то же самое, да, мы видим, что это тоже зимний черенок, он уже цветет, он подвытянулся, тоже вот верхушечная часть начала вот так вот желтеть. Здесь еще не критично. Я тоже сделаю пересадочку, добавлю объем грунта. После пересадки, где-то, может быть, через 2-3 недели я еще и прищипочку сделаю, то есть, чтобы кустик распушился, вот эту верхнюю часть сниму, потому что вот такой вот болтающийся черенок, ну, как-то он некрасиво смотрится, да, и если выращивать на улице, а я на улице в летнее время выращиваю, от ветра будет болтаться, он все равно сломается. В общем-то, вот... Такие могут быть проблемы. Так, еще вам покажу. Вот череночек. Вот такой вот. Этот черенок я укореняла не так давно. Это, кстати, вот как раз черенок вот с этой пеларгонии срезанной. Значит, я его укоренила в перлите. Он, в принципе, уже укоренился. Я даже сейчас достану, я все равно буду делать пересадочку и покажу вам. Так, сейчас достану его, покажу вам корешки. Вот такие вот корешки уже. В перлите тоже питания нет,
В перлите можно только укоренять черенки. В общем-то, здесь тоже вот верхние, ну, вот эти молодые листья, они такие с желтоватого цвета, уже начинается пожелтение. То есть черенок укоренился, корешки хорошие, питания нет в перлите, и поэтому начинается желтизна. То же самое решение проблемы, просто пересадка. А вот этот вот листик с таким покраснением, поджелтением, это вот листик, от которого питался вот этот черенок. Вот, то есть вот этот лист, он естественно стареет. Он являлся дополнительным питанием для молодого отросточка. Его можно удалить. Вот так вот берется, удаляется. И вот этот череночек я в горшочек пересажу. Так, еще хочу вам показать покраснение. Вот, это стелларчик. Вот видите, какие пятнышко по листу. Вот это ничего страшного. Здесь это особенность сорта. Такая у этого сорта очень часто вот так вот листики взрослые с таким пятнышком. Вот есть еще один черенок, так вот такой вот страшненький. Здесь залив, вот очень влажный грунт. У меня эти черенки в основном поливал сын. И когда я у него спросила, зачем ты такой маленький черенок вот так сильно полил, то есть остальные все сухие, а вот этот залитый, он мне ответил, он же маленький, значит, ему надо больше воды. То есть вот так вот. Должен быть умеренный полив. А здесь вот и точка роста очень плохо развивается, и листики вот такие вот безжизненные. Это вот нарушение агротехники, связанные с поливом. Я сейчас вот этот череночек достану. Если там корешки хорошие, то я его буду спасать. Спасать, то есть пересаживать в свежий грунт и меньший объем стаканчика. Вот этот горшок большой для него, в 100-граммовый пересажу. Если корешки сгнили, то я даже заморачиваться не буду, я просто этот черенок выброшу. Вот, сейчас я... Вот, смотрите, есть корешок вот такой вот один. В принципе, неплохой. Поэтому посажу его в стаканчик. Черенки, которые вот такого размера, буду делать пересадку в девятку. Вот эти же вот дохленькие такие, да, череночки, хотя здесь тоже есть корешки, это вот в вермикулите укореняло, я буду делать пересадку в эти же 100-граммовые стаканчики, просто в грунт вместо вот перлита, вместо вермикулита. Будут они у меня в грунте посаженные. Надеюсь, мое видео окажется вам полезным. Вы перестанете бояться вот этих пожелтевших листиков. Научитесь разбираться, почему так случается. Исправлять ситуацию. И перестанете искать какие-то там чудодейственные препараты. И тем более пользоваться непроверенными народными средствами. Такие как полить йодом, полить перекисью, ну, я не знаю, что там, дрожжами и так далее и тому подобное. В общем-то, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. На этом всем всего доброго. До свидания.